почету взошла и Надежда Евстюхина. Свою серебряную медаль она взяла в упорной борьбе с китаянкой. В мужском двоеборье в категории до 85 килограммов золото у россиянина Арти Аухадова, а бронзу завоевал Артем Акулов. Третье золото дня у Александра Иванова. Он выступает в категории до 94 килограммов. И в сумме на нынешнем первенстве у нашей страны уже 8 медалей, 4 из них золотые. Вот мы с помощью... Молодцы, ребята! Всей семьей болеем!